В Сирии при поддержке российских ВКС взят последний крупный оплот террористов – город Абу-Кемаль. Об этом сегодня рассказал глава нашего оборонного ведомства. По словам Сергея Шойгу, часть террористов была уничтожена, часть бежала через реку Евфрат. Министр поздравил сирийских коллег с успешным окончанием операции, которая длилась 4 дня, и отметил мастерство российских военных, которым удавалось успешно выполнять все поставленные задачи. В настоящий момент в освобожденном городе идут работы по разминированию.